День добрый. Дорожно-патрульный лейтенант Добренков. Проверка документов. Один за другим останавливают автобусы сотрудники госавтоинспекции. Они проверяют все документы, от водительских прав до ПТС и страховки. Особое внимание уделяется соответствию пассажирского автотранспорта требованиям законодательства. Тщательно проверяется техническое состояние машин. На территории города Десногорска совместно с сотрудниками БППК проводятся мероприятия по контролю за пассажирскими перевозками и багажом транспортными средствами категории Д. Данные мероприятия направлены на снижение аварийности с участием данных транспортных средств. Решение о проведении таких надзорно-профилактических операций было принято руководством госавтоинспекции МВД России для устранения дорожных правонарушений. Связаны такие проверки с тем, что в ДТП с участием этого вида транспорта может пострадать большое количество людей. По вине водителей автобусов в текущем году на территории Смоленской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, все они обошлись без погибших, однако 39 участников получили ранения. Причины аварий различны, чаще всего это несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор дистанции. За этот год пресечено 2253 административных правонарушения, допущенных водителями автобусов при осуществлении пассажирских перевозок. Сотрудники ГИБДД напоминают, что соблюдение правил дорожного движения поможет значительно снизить количество аварий, а значит снизить количество смертей на дорогах. Виталий Волков, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ.